Петербурге началась юбилейная 25-я неделя моды «Дефиле на Неве». Новое, еще не очень знакомое модникам креативное пространство «Ткачи» на этой неделе получит хорошие шансы стать культовым местом. Первый день начался с активной пресс-конференции, на которой президент «Дефиле на Неве» Ирина Ашкеназе в платье от Полины Раутсон представила свою команду и замечательных спонсоров. Эта неделя имеет большую историю, и тем не менее, начиная с этого сезона, акцент сделан на том, что это городское мероприятие, наш город известен во всем мире, во всех столицах модных, и в таком статусе это мероприятие является понятным для этих столиц и для дизайнеров, которые работают в Европе и в Штатах. Было объявлено также о конкурсе от партнера модной недели фотогалереи «Рахманинов дворик» на лучшее креативное фото с «Дефиле на Неве». Главный приз – черно-белая фотография звездного европейского фотографа Гуннара Бинде с личным автографом. После пресс-конференции гуру бронзовой серебряной фотографии из Латвии рассказал о своем творчестве и ответил на вопросы собравшихся. Неделя моды «Дефиле на Неве» открылась большим юбилейным гала-показом ретроспективы многих участников этого праздника петербургской моды. Мы находимся с вами в совершенно уникальном месте. Сегодня креативное пространство «Ткачи» впервые принимает такую массовую аудиторию. Причем, я бы не сказала массовую, я бы сказала очень изысканную и очень искушенную. Потому что проект, которому мы сегодня уделяем столько внимания, заслуживает его.